плодом, вот, и результатом труда души Сергея Григорьевича Шуба. Вот я бы сказал, что это русский мир, значит, мы заговорили о русском мире значительно позже, чем Шуб начал его создавать. Но в то же время это и его мир. Мир человека, открытого, собственно, ко всему тому, что окружает Россию в ее нынешнем виде, что когда-то, может быть, было частью России, но вот какие-то исторические коллеги разлучили нас, а Сергей Григорьевич возвращает нас друг к другу. И это очень большая, очень важная и очень искренняя и честная для исполнения работы. И это подвижничество определенное, у него были разные времена, и сейчас ему нелегко, хотя фестиваль уже скоро 20 лет. Вот. Но тем не менее, благодаря Сергею Григорьевичу мы встречаемся на этой территории, в этом доме, который не без основания называется Балтийским, хотя рамки наших встреч уже гораздо шире. И ну, просто вот хочется сказать, во-первых, огромное спасибо всем, кто участвует в организации, всем, кто участвует в проведении фестиваля и всем нашим гостям. Когда все так сложно и когда все так запутано в мире, то вот такие очаги искреннего, доверительного, профессионального общения, а оно выходит из-за рамки профессиональных контактов, да, оно обращено к горожанам, жителям Петербурга и гостям нашего города. Мне кажется, этого очень не хватает, и хорошо, что это есть. А мы, собственно, поддерживаем, если я не ошибаюсь, уже достаточно давно фестиваль, практически всю историю существования города и администрации Петербурга, комитет культуры.